Це проект «Супермама». Тут перед вашими очима відбудеться запекла боротьба чотирьох матусь з кардинально різними підходами до виховання дітей. Цього тижня за омріяний титул змагаються матусі з Харкова. А саме, залізна мама Ілона. Я майстер спорту по пауерліфтингу. Яка виховує свою півторарічну доньку по-спартанськи. Якщо вона впала, я за ній не бігу, не піднімаю, не жалею її. Розкута мама-блогерка Таня, яка завалює доньку подарунками. Я місечку свою залюблюваю. Да, у неї до хрена всього. Побольше, побольше, побольше. Берегиня домашнього вогнища Люда. В моєму пріоритеті – це довольний муж і щасливий ребенок. Путь к мужчине лежит через желудок. И мама трех принцесс Марго. Девочки должны хорошо выглядеть, должны быть стройными, подтянутыми. Поэтому после 6 часов вечера они ужинают йогуртом. Протягом тижня матусі ходитимуть у гості одна до одної. А потім поставлять бали від 1 до 10 у трьох категоріях. Виховання дітей. Кися, ну не отходи от Ивы, пожалуйста. Хозяйновитість. Майонезе усю. Майонез такой, майонез другой, майонез с грибами. Жир медленно поглощает всю квартиру. Та самореализация. Что ты с собой делаешь? Ты же себя так убьешь. Цього тижня боротьба буде вкрай запеклою. Это абсолютно ноль, просто ноль. Уйди з моей хати, моя хата твоей не рада. А потім усі вони зустрінуться на фіналі та з'ясують, хто з них супермама. Якщо буде не по-чесному, всім А як харківських матусь оцінить головний експерт проєкту Дмитро Карпачов? Ви мусите почати все змінювати, бо потім буде неможливо. Першою знайомитися з конкурентками приходить мама-берегиня домашнього вогнища Люда. На такі мероприятия дівчатки не повинні опаздувати, як собрання великих мам. Люда ще навіть не здогадується, що друга учасниця, розкута мама-блогерка Таня, може здивувати не лише запізненням. Я ожидала побачити нормальних, порядочних мам, а не то, що я побачила. Привіт, Уля. Привіт. Я корячка. Показывает свое нижнее белье. Это сильно вызывающий образ, как для мамы. Я мама-блогер. У меня порядка 500 000 подписчиков в Инстаграме. Тебе не холодно было идти вот по улице в таком наряде? Красота требует жир. Какая-то. Я не считаю себя вульгарной. Я же там сосок ей не показала, не подошла, слышно, сосок посмотри. Тебе маска на лице не мешает? И... Абсолютно. Красивая маска. Я одела маску для того, чтобы они поначалу не поняли, кто вообще, что перед ними. Тайна. Тайна – это всегда интересно. Может быть, были пластические операции неудачные, она пытается их как-то перекрыть. У меня одна моя малышка, ей 2 годика. Я думаю, что мама должна быть ухоженной, она не должна быть задрипанкой. Ты очень скромная, я это поняла, а я нет. Мне было не сильно приятно, у нее слишком завышена самооценка. Расскажи за себя. Меня зовут Людмила, мне 21. Угу. Я хранительница семейного очага. Хранительница? Да. А мне просто послышалось охренительница. Видно по ней сразу, что она человек, который забил на себя. Я нахожусь со своим ребенком, со своей дочкой, 24/7, 1,5 года, вот я сейчас. Я уделяю ей очень много внимания. Ну, я не 24/7 нахожусь со своей малышкой, у меня есть няня. Потому что у меня 25 миллионов проектов. Женщина рожала ребенка, ей Бог дал это. И мир должен крутиться вокруг ее ребенка. Когда мама счастливая, тогда счастлив и ребенок. Ну, это, в принципе, моя жизненная позиция.
А висловити свою життєву позицію готова третя учасниця – залізна мама Ілона. Привіт, Олі. Ура. Татушки, все, садись. Знаю. Меня зовут Илона. В маске, как бы ты ни скрывалась, знаю, видела. Как-то не нравится. Ну, она дерзкая дама. Конечно же, сразу узнала Таню Коряк, я была все время на нее подписана, но, естественно, я отписалась, потому что она мне вообще не нравится. Постоянно тут эти кривляки, ничего такого полезного не было. Я. Без мыла, вот так вот. У меня есть доченька, самостоятельная, побежала. Год и четыре. Ага. Упала, поплакала сама себе, пострадала. Сама встала, сопли подняла и пошла. Да. Ты не подходишь и не гладишь, и не жалеешь, не успокаиваешь. Да. Когда ей было месяца 8-9, я могла и часа два сидеть, не реагируя на нее. Ну, а ты знаешь, что это для ребенка катастрофа? Для меня катастрофа, если она, будучи очень маленькой, будет манипулировать. Если она привыкнет к тому, что я буду постоянно к ней бежать и думать попу. Если, допустим, она упадет так, что прям вообще катастрофа, капец, полно огурцов. Ну я же супермамочка, у меня ребенок не падает так. Илона растит свою малую, даже не осознавая, что в один прекрасный момент она скажет: «Мама, ты…» Я, кстати, за беременность набрала 25 килограмм, целенаправленно. Ёперный театр, зачем? Потому что я решила пойти в спорт, я решила стать тренером. И думаю, лучшее до-после это будет на мне. Зачем? Ты… То, как ты питаешься во время беременности, непосредственно потом будет на ребенка влиять. То есть ты уже беременная была… Ты тренер, я так поняла, и фитоняша, да? Нет, я пауэрлифтер. Пауэрлифтер. Мастер спорта, да. Красотка. Люда, ты мой прям экземпляр. Тебя до-после будет нереально. Может, у нее бодипозитив? Бодипозитив – это веснушечки на лице принять. А зажраться… Прошу прощения, не в твою сторону. Я вчу. Это не бодипозитив, это отмазка. Лучше бы на себя посмотрели, закрыли свои… и привели себя в порядок. До родов я, конечно, была не такой. Так как я кормлю до сих пор грудью, вес мне скидывать очень приходится тяжело. Слушай, ну все мы кормим. Я когда кормила первый месяц, ну я как бы на 9 похудела. Людочка оправдывает свою лень грудным вскармливанием. Она разъелась и продолжала разъедаться по сей день. Как муж относится? Он тебя принимает такой, какая-то? Да, конечно, принимает. Бабушка говорила то, что муж должен любить свою женщину такой, какая она есть. Слушайте, а где наша вообще четвертая участница? Вот мы туда трындим, 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 трындим. Где? Смотрю, планшет несут. Думаю, ну что-то тут не то. О, что это? А ну включай. Опа. Привет, супермамочки. Мне очень жаль, что я не смогла приехать к вам на встречу сегодня, но, к сожалению, именно сегодня мне было не с кем оставить своих детей. Меня зовут Маргарита, мне 29 лет. Я воспитываю троих дочерей. Мне очень хочется уже познакомиться с вами вживую и узнать, кто же из нас станет супермамочкой. Конечно же я. Для меня это неуважение как ко мне, как и к остальным девочкам, то, что она не приехала на встречу с нами. Она над своими детьми прям носится, как вот это, с писаной торбой. Я уже полгода ждала проект этот, приехать и показать себя. То можно было оставить своих трех детей, она приехала, посидела бы, все было бы нормально. Я свою булочку оставила на свекрови. Мама четвертая. Вот настолько она не может оставить детей, что она даже с халата не переоделась. Мне вообще кажется, ей побою. Вы к кому первыми едем? Ко мне. Ты готова в ее трусах колупаться? Я больше люблю кухню. Это неудивительно, люди. Со слов Тани и Илоны я сделала вывод, я лучше как мама, так и жена, и хозяйка. Тож, кто переможе цього тижня? Першою в бій за омріяний титул рветься залізна мама Ілона.
Меня зовут Илона, мне 27 годиков. У меня есть доченька, ее зовут Саша, ей год и 4. Я не считаю, что ребенок должен быть залюбленный, потому что жизнь – это не только бабочки и цветочки. Там есть проблемы и сложности, и она должна самостоятельно с ними справляться. Давай, ступеньки, смотри, ступенечки. Давай, сама. Вот умничка моя, давай. Если она упала, я за ней не бегу, не поднимаю, не жалею ее. У меня нет абсолютно никакого разделения. Ты же девочка, ты же мальчик. Она в первую очередь для меня человек. В семье локомотив я. Мой муж – моя опора. Я мастер спорта по пауэрлифтингу. Села, задержала дыхание, выдохнула. Это абсолютно никак не влияет на мою женственность, на мою сексуальность. Я от этого получаю удовольствие. Я чувствую себя счастливым человеком. Я супермама, потому что я воспитываю ребенка самостоятельно. Я готовлю к взрослой жизни. И в первую очередь я воспитываю человека с большой буквы. Я написала девочкам сообщение, чтобы они взяли форму с собой. Людочка, як завжди. О, Боже! Можно было что-то на лице нарисовать той же хной, как это сейчас модно, а не цеплять какую-то игрушку, которую можно купить в секс-шопе. Ох ты, ёлки-мэны! Здравствуйте! По поводу маски, ага. Ирина, ты меня, конечно, не удивила. Если бы Люда пришла в маске, как бы, я бы, конечно, завалила. Дать маску? Слушай, тогда давай, сейчас я тебе одену. Я вам говорила, что я мастер спорта по пауэрлифтингу. В общем, я не балабол, привезла вас сюда, позвала показать, что я умею делать. Я сейчас вот вам тут покажу, какая я. Ух! Я вообще не поняла, на супермамочки, а не супербодібілдер или суперспортзал. І нарешті до матусь приєднується четверта суперниця, загадкова Маргарита, яка проігнорувала знайомство. Здравствуйте. О, ура! Здравствуйте. Это вы супермамочки? Мы, да. У нас получается передача «Супермамочки» и «Маргарита». Как-то так сложилось. Опоздун, тогда не приехала, сейчас опоздала. Давайте знакомиться. Привет, Уля Корячка. Привет, очень приятно. Люда. Люда, очень приятно познакомиться. Илона. Илона. Почему ты не приехала на встречу? Мы вот детей оставили, приехали. Ну, к сожалению, у меня мужа была важная встреча. У меня мужа была операция в этот день. Серьезно? Серьезно. Ну, а нельзя друзей, нет, подруг? Нет, троих детей я не оставлю на подруг. Ну, так я взяла участие тогда в программе, я не понимаю. Слушай, ну произошло ЧП, я не пойму, сильно пострадали от того, что я не приехала? Да, сильно пострадала. Она меня встретила со скандалом. Быдловатая девочка с района. У меня ребенку год и 6, я кормлю ее грудью, смогла оставить. Молодец. Смогли оставить вы хреновой мамы, а я золотая, типа со своими тремя детьми ношусь, как курочка с теми яйцами. Не, ну это просто чуть-чуть неуважение к нам, да и все. Может быть, я и могла бы войти в положение, но мы же тоже мама, у нас тоже там и дела какие-то. Слушайте, девчонки, ну правда, ничего страшного. Сегодня мы встретились, завтра мы встретимся, послезавтра. Посмотрев на них всех, я поняла, что я реально близка к победе. Я не кичусь масками, поводками, я ни на кого не нападаю. Ну и, конечно, я выгляжу лучше, чем Люда. Давайте уже перейдем. Да, давайте переодеваться. Ура, ура, давайте. Все. Вот туда, там раздевалка направо. Девочки переоделись, я их ждала уже в зале. Я вот поняла, зачем Таня одела на себя маску. Она некрасивая. Таня, ты в форме шикарной. Представляешь? Представляла. Это приятно. Получше, вот. Вот это вот физическая форма хорошая. Где у нее лучше было? Лифтинг – это такой спорт не для девчонок. Почему не для девочек? Почему железо не может быть девичьим видом спорта? Начнем с того, что штанги все напоминают фалосы. Это сексуально, это горячо. Ты можешь подорвать себе много чего. Спину, например. Люд, ты быстрее умрешь от диабета сахарного, чем я подорву спину. Потому так что подожди, а какая тебе разница, правильно? От чего я умру? Ну а тебе какая разница, от чего я умру?
Ну, а ты видела вообще, как выглядят пауэрлифтерши, те, которые вот на соревнованиях? Ну, я же тоже была на соревнованиях. Ты еще мышцы качаешь, правильно? Ну, конечно. Ну, вот у тебя развивается больше мужское тело, чем без женское. Без гормонов у меня больше мужское тело не развинется никогда. Я буду девочкой, девочкой, просто сильной девочкой, и все. Я хотела показать, чем я занимаюсь, но было я. Девочки, слушайте меня. Мускулизация, а почему даже слушать тебя, когда... если сегодня мой день? Тань, ну вот просто ты приходишь и тянешь одеяло на себя. Говоришь, я давай завтра приду к тебе домой или когда там и буду. Давай. Да, а вот я здесь, я тут, пожалуйста, меня увидите. Илона просто психически неуравновешенный человек. Она не может контролировать эмоции. То есть ей надо постоянно нападать. Броня. Ілона переходить до свого найважчого аргументу – штанги у 108 кілограмів. Я решила девочкам показать свою тренировку, чтобы они поняли, что это нелегко. А чтобы сделать так, как я, то это надо пахать и не останавливаться. Так, все. Все готово? Да. Давай. Настроилась, давай. Да. Да, детки, это пауэрлифтинг. Лопатки. Стоять. Да. Колени, грудь. Оп, вверх, еще один. Вверх пошла. Стой. Стой. Все. Все. Она хочет показать себе на камеру, что вот, она может штангу поднимать, а вы там, короче, днище, идите вообще нахрен, я здесь буду побеждать вас троих. Ты же девочка, ну что ты с собой делаешь? Ты же себя так убьешь, когда тренер ее начал лупасить по спине. Это было очень громко, это было видно, что это реально конкретный удар. Когда она орала, была красного цвета, мне реально стало страшно. Ты хочешь здорового ребенка, но ты не думаешь, что могут от этого быть последствия? Нет, ты не думаю. Я думаю, что все будет нормально, потому что я делаю все правильно. Я тебе говорю, что будут, потому как я тоже занималась в зале с огромными весами, и у меня опущение матки. И после родов у меня были серьезные проблемы. Как раз таки я чихала, писала, потому что тонус был такой плохой. Мне врачи сказали, что это из-за того, что я тяжести огромные тягала. Я просто чувствую себя сильной. Услышь меня. Я хочу быть физически сильной. Я думаю, что это жесть, и у человека в голове реально вавка. Пауэрліфтинг – це дійсно нетиповий для жінки вид спорту. Буває таке, що у дівчини з дитинства жорсткий і вольовий характер. І така діяльність для неї абсолютно закономірна. Але буває і таке, що після того, як жінка відчула себе слабкою і не змогла за себе постояти, вона хоче зробити себе максимально сильною, спеціально обираючи типово чоловіче заняття. Я зараз іду переодіватися, їду до бабушки, забираю доченьку і жду вас вдома. У спортзалі Ілона з матусями не порозумілася. Можливо, в неї вдома вони знайдуть спільну мову. Да, ты кушала. Кто-то к нам пришел. Я ждала просто с вывернутой душой девочек. Здрасте. Привет, привет. Туля. Привет. Заходим. Привет, Туля. Это моя маленькая обитель. Заходи. Благовония. Прям мне прострелило в ноздри и в мозгах. То есть я такая, пересыты. Запах котов, запах горшка, которого, видимо, меняют просто раз в неделю. Проходим. Куда? Вот-вот, кухня. Ага, да, проходи прямо. У меня тут маленькая, сильно не заблудишься. Она из себя оставила такую женщину, которая все может. На самом деле у нее не квартира, а как сарайчик. Ты как? Ой, так. Привет. Ты как? Так. Привет.
Малышка мне просто чудо. Она такая хорошенькая, она такая малюсенькая, такой еще пухлик. Ее зовут Саша Александра Александровна. Ложка в ладошке. Веселые прогулянки. Вот, предлагаю вам снизить напряжение и выпить чайка. А ты не боишься, что малая ушла в другую комнату? Нет, не боюсь. Ну а вдруг с ней что-то будет? С ней не будет. Залезет куда-нибудь. Сам никуда залезть, кроме как диван. Нет. Ну все а ж в порядке. А с дивана рухнет? Не рухнет, она у меня слазит сама с дивана. Просто когда у меня ребенок уходит, я хотя бы немножко глазком смотрю, куда, что она ушла. Все мамы, которые работают, хоботятся, трудятся, еще стараются что-то поубирать, себя развить, с ребенком побыть, мужем быть красивой. Ребеночек у них отходит и в сторонку, и сидит там где-то играется, и в мусорку может залезть. Я уверена 100%, и эти трое не сидят тут. Півторарічна дитина має уміти залишатися сама у кімнаті без догляду батьків. Це необхідний етап сепарації дитини від мами. Тому дівчата перебільшують, коли звинувачують Ілону в безвідповідальності. Мої батьки давали мені все. Они не давали мне ничего добиться самой, а все вместо меня. Самое лучшее, самое красивое, самое-самое-самое. По итогу мама в подростковом возрасте просто... Чим обернулася для Ілони безмежна батьківська любов? Я прийшла к своей матері і сказала, мама, у меня муж наркоман, я от нього беременна. Типу. Если возьмешь ты 100 строк, то можно 2 вычеркнуть, что я не пробовал. Жизнь наркоманом это... Ты не боишься, что опять сорвешься или употребляешь до сих пор? Мои родители давали мне все. Они не давали мне ничего добиться самой, а все вместо меня. Самое лучшее, самое красивое, самое-самое-самое. По итогу мама в подростковом возрасте просто... Когда мне было 14 лет, я своей маме говорила ужасные вещи из-за того, что я не ценила ее любовь. Лучше начать сначала самого воспитывать самостоятельность, чтобы ребенок понимал, что там на улице просто так ничего не будет. Я не считаю, что это воспитание самостоятельности. Какой нахрен жестокий мир в год и 4? Объясните, пожалуйста. Да пусть зацеловывает ее, любит ребенка. Это больше попахивает пофигизмом. Робити вигляд, що у світі є лише радість і щастя, так само шкідливо, як і постійно говорити дитині, що світ жорстокий і несправедливий. Обидві ці позиції – крайнощі, які не сформують у дитини адекватного світосприйняття. Ілона з дитинства була впевненою у своїй унікальності, і коли вона виросла, то сильно розчарувалася у житті. Саме тому батькам важливо формувати адекватну самооцінку у своїх дітей. Буває же таке, що вона там може як-то споткнутися, ну це у всіх дітей буває, так? Якщо вона біжить, просто от упала, все, вона спокійно сама піднялась, побіжала далі, ну це тому, що я не реагувала ізначально. Я просто... Это неадекватное воспитание. Нужно хотя бы ребенка, ну, до 3-4 лет оберегать, лелеять. Аккуратней, малышка. Просто ты так проявляешь свою слабость и безразличие к ней. Вот и все. Бывает такая фраза «неудобный ребенок». У меня удобный ребенок, благодаря мне. Я хотела бы тебе подарить подарок твоей малышке. Окей. Я знаю, что Люда мне подарила этот киндер от души. И я думала, она принесет вот такой киндер, она принесла, чтобы наесться. Я не даю шоколад. Ну, я не знала. Чтобы поэтому... у меня не выработалась привычка. Вот просто как я заканчивала курсы диетологии, меня там учил врач, что до 3 лет формируется зависимость от сахара. Соответственно, если после 3 лет она начнет кушать сладкое, у нее не будет уже такого активного желания. Надо ребенку с года нужно уже потихоньку, конечно, привыкать к сладкому, хотя бы там по чуть-чуть, но можно давать уже. Особисто я вважаю, що цукор дітям не потрібен. Його треба обмежувати настільки довго, наскільки це можливо. Але й повністю уберегти дитину від солодощів майже неможливо. Рано чи пізно дитина скуштує заборонене в дитячому садку, у школі або у гостях. Тому ваше завдання – пояснити дітям основні принципи здорового харчування і поступово адаптувати маленький організм до всього різноманіття їжі.
Чем ты кормишь малышку? Кушает она у меня все, кроме колбас, майонеза, ну, только правильное питание. Муж у меня готовит, он готовит ей овощные супы, котлетки делает там. Покупают домашнюю птицу, домашнее молоко, домашний творог. То есть сегодня мы будем оценивать хозяйственность твоего мужа на кухне? Совершенно верно. Я не помогаю ему, потому что он меня к этому не подпускает. Потому что кубики я режу не так, долечки я делаю не так, и пошел он там делает все сам, все. Коли мы тут за подарочки, я тоже немножко приготовила. Спасибо. Как ты развиваешь ее? Там вот в годик 4 ходите ли вы там на развивашки? Ну а зачем мне куда-то возить ее на развивашки? Ну, потому что тебе люди помогут, профессионалы. Как нужно непосредственно моторику ребенка развивать? Я могу сама это делать. Не вижу, чтобы мне нужно куда-то ее возить. Дитині Ілони всього рік. Відвідувати гуртки з іншими дітьми доцільно з 3 років. Раніше спілкування з однолітками для дитини не настільки важливе. Також варто розуміти, що у таких гуртках з дітьми не вчаться, а просто граються. І якщо у мами є вільний час, вона спокійно може займатися зі своєю дитиною вдома сама. Сашуня, а де у тебе носик? Сашуня, а де у тебе ушки? Сашуня, а где у тебя глазки? Покажи, где у мамы глазки. Покажи, Сашуня. А где Сашуня? Покажи пальчиком, где Сашуня? Что и требовалось доказать. Ну, ребеночку нужно что-то рассказывать, что-то показывать. А как она узнает? Я вижу, что ребенком никто не занимается. Я считаю, что она у меня девочка харизматичная. Почему ты говоришь харизматичная? У тебя красивая девочка в первую очередь. Почему ты не говоришь, что она красивая у тебя? У нее для этого есть папа. Папа ее красивая, залюбленная. А я ей говорю, что она моя харизматичная обезьянка. Я в год обезьяны. Я все статуэточки собираю, у меня татуировка есть с этим. Да, я ее считаю своей обезьянкой. На понимание ребенка это не будет хорошо звучать. Она будет, ну, понимать, что ее мать называет обезьяной, что она некрасивая, потому что не слышит от нее этих слов. У меня тоже дочка родилась год собаки. Я ж не говорю, что ты у меня, блин, бешеная какая-то овчарка. Вася, каждый день я не говорю, может, ты самая красивая, ты самая красивая. Я ей говорю о том, что ты самая индивидуальная, ты самая необычная, ты самая лучшая, стремись к этому, открывайся миру, а не просто я красивая, сижу и жду, когда меня будут этим хвалить. Перелюбить ребенка, это не есть хорошо, Таня. Никто не говорит за перелюбивание, у меня хотя есть бы обычное на это долюбливание. Я долюбливаю ее. Ну, так иди ее с ребенком, хоть принеси его сюда. Она у меня спать уже хочет. Ну так давайте вот закончим, давайте, и малышка поспит. Мы подождем, пока ты уложишь. Перелюбити дитину не можна. Це слово батьки використовують, щоб пояснити розбещеність та неадекватну самооцінку дитини. Але це не наслідки надмірної любові, а результат неправильного виховання. Она хочет показаться тем, кем она и не является. Она кидает фразы, типа, она крутая, дерзкая, но по сути, зачем Тань, это ты делать? Очень глубоко ошибаешься, очень глубоко. Да ты молчи там вообще. Ты сейчас встанешь и выйдешь с квартиры моей, если ты мне будешь рассказывать, молчать хорошо, мне или нет. Хорошо, ты в мою туда вообще не зайдешь, малышка. Имей уважение вообще, в принципе, к людям. Серьезно, я как раз таки умею, я хотя нет, бы выслушиваю. Нет, абсолютно ноль, просто ноль. Хотя бы я их выслушиваю, не перебиваю. Будешь мне еще за уважение, конечно, к людям рассказывать. Не перебивай этого. Это ненормально приходить и 24 часа пытаться просто меня бесконечно хейтить. Это... Она просто агрессивный человек. Все. Ну, агрессивный, да. Вот как она себя ведет с чужими людьми, как она себя будет с ребенком вести. Мне не хотелось вообще, чтобы она приходила ко мне в гости. Если будет так продолжаться, я прошу покинуть мой дом. Чего она на меня напала? Если у тебя какие-то претензии, ты их обосновывай, а не перебивай меня. В моем доме ты не будешь говорить, закрыть мне рот, молчать мне, либо не молчать. Вот моя претензия. Как ты на меня агрессивно, конечно, настроена. Ты и серьезно? Когда ты мне 5 раз повторяешь одно и то же, а 5 раз ты одно и то же отвечаешь. Потому что ты мне не даешь договорить. Да ответ ты в шутку, божечки ты мои. Я не хотела продолжать, естественно, конфликт, потому что это мой дом. Ты не будешь мне говорить, что мне нужно делать, все а будет ты хорошо. Ты будешь внимательнее к своим гостям. Буду стараться. Все, хорошо. Договорились.
Девочки мои дорогие, мы переехали сюда только полгода, как с мужем все стараемся делаем. Но тут есть где разгуляться, я думаю, вам. Поэтому работайте. Я не боялась абсолютно ничего, что они там найдут на кухне. Я не помешана на чистоте. Блин, чаек я реально ждала. Но не то, чтобы я сильно брезгливая, ну посмотри. Ну. Да что тут смотреть? Я сама, ты ж видела, что я чай не пила. У меня, слава богу, чисто. Видимо, мне повезло. Билетик, да? Наверное, сильно понравилось, и поэтому у меня чашка была чистая. Я тут вижу кошачьи, да, штучки. Кошачьи мисочки, еда, ага. Волос. Волосы. Да, тут грязно. Ну, что тут можно уже поделать? Давай к холодильнику. Там гори! Опа! Вау! Да. А что это за интересное? Это мило, кажется, что ли? Это мило. Не, ну для меня это прикольно. Думаю, поржать можно, нормальная тема. Когда ребенок у нее вырастет, она у нее спросит: мама, зачем оно здесь стоит? И мне просто интересно будет, что она будет ей отвечать. Вы не против покушать? Два фалоимитатора. Мне уже было все равно, какая там еда, что там еще есть. Девочки, я доченьку свою уложила спать, ага. Поэтому чай, вижу, вы не хотите пить. Ну, самим нормально из такой посуды пить? Ну да, есть. Что с ней так, с посудой? Прости, налет. Илона, ты посмотри, ну они, блин, в натуре грязные. Ну, налет немного, не знаю, для меня нормально налет. То есть, ну, налет из чего? Это там слюни, остатки еды, нет, знаешь, это не слюни, микробы. Это чай, либо кофе. Она не понимает, где немножко неряшливость и где как грязно. А як справи з чистотою в самої суперблогерки Тані? Ну що, дівчатки, поїхали. Матусі детально дослідять її величезну квартиру вже у наступному випуску. Я танцювала свій побідний танець. Це грязь. Недоработка. Чашки запомнила. Я полгода как живу в этой квартире. Я учусь быть самостоятельной и хозяйственной. Ладно, что это за в холодильнике? Это мои статуэтки. Я раскрещивалась и принимала язычество. И половой орган для меня это как икона того, что дает энергию. Я верю в природу, что она дает силы. У меня много богов. Поэтому я и хожу, убираю 3 раза в год там в лесах. И животные у меня. В общем, ты на них молишься? На питают от них энергию. Это знак силы. Я хотела бы зачитать сейчас молитву воссоединения. Роди Всевышний, породивший Ями и Нави, ты есть Бог всех богов. Ты есть Отец Неба, Сварожич, Дед богов. Ты есть Великая Матушка Лада, любовь и рождение всемирья. Слава всем родным богам. Вот так, девчонки. Меня это удивило, но и даже немного напугало, потому что, опять же, это говорит о том, что там вавка какая-то в голове. А есть где-то еще комнаты, кроме этой? Да, проходите. Вы посмотрите, а я пока займусь этими злосчастными чашками. Очень грязно на самом деле. Это обивка. Это, да, это обивка. Ну, это ужасно спать на таком. Грязные там эти пледы, грязные сами эти диваны. Обойны нету, там нет обои. Все, ну смола обдирает. Может, раз тот возраст, даже руки чешутся, ну, возможно, они дерут. Да. Я даже заметила какой-то мешок принцессы Александра. Ну, у малой грязные игрушки. Надо игрушки стирать. Давайте посмотрим, что это у нас за полки. Что это за штулька такая, смотрите? Языческая какая-то, я думаю. Ну, я думаю, что-то... видите, вот они, это шаманская. Привет, привет, Котя красивый. Маню. Котя. А заметь, у нее нету одной лапки. Да. Котя, это вообще, знаете, плакать. Ну, на самом деле,
У Илоны очень большое сердце, если она приютила этого кота и ухаживает за ним, и лечит. Но на самом деле не каждый бы так сделал. Конечно. Ну, блин, жалко мне. Шаги. Рябов Александр. Что это за хрень такая? Мне кажется, его личный дневник. Его? Его. А, это мужа. Давай почитать. Если бы это было действительно чем-то очень личным, то это бы куда-то спрятали. Как моя болезнь повредила мне физически, духовно, эмоционально и психически. То есть он чем-то болен еще? Мне очень помогает моя маленькая дочь. Боже, как это мило. Моя любимая жена. Ощущать себя счастливым. Ага, ну то есть, видите, у нее с мужем единение. Угу. Да, я горжусь ими и благодарен за веру в меня. Ну, непонятно, но, блин, максимально как-то трогательно это все. Ну, чуть слезу не пустила. Что для меня означает болезнь зависимости? На самом деле, понимаю, почему Илона хочет быть сильной. Но ей надо быть сильной, если... И, может, скорее всего, из-за этого она пошла в этот спорт. О. Хозяйка пришла. Есть какие-то вопросы? Что так, что не так? Вопрос по поводу игрушек малой. Большая часть из них находится, скажем так, не в лучшем состоянии. Можно, в принципе, их, думаю, постирать. Игрушки, ну, сует она в рот. Она у меня и в песочнице тоже песок ест. Я какашки ела кошачьи, и она у меня приносила когда-то. И чё? Те, що Ілоні пощастило нічим не захворіти, не означає, що пощастить і її дитині. Бруд, а особливо тваринні екскременти, переносять чимало хвороб. Це і сальмонелез, і скас, і лишай, і глисти. Тому я б радив мамам прибирати вдома та стежити за тим, що тягнуть до рота їхні діти. У мене дитина абсолютно здоров. Я не вирощую в теплиці якесь рослинне. Мені потрібно, щоб мій дитина був адаптований до життя нормально. А заработать и нормальную кровать купить. На губы ж нашла деньги. Они губы... стоят 5-6 тысяч. В моем случае они не стоят 5-6 тысяч. Ну, какая разница, ты нашла деньги? Ну, можно было бы ушный диван взять. Я считаю, что мы сейчас живем нормально. Где-то там чуть-чуть дискомфортно, где-то то. Мы счастливы. І хоча хазяйновитість Ілони конкурентки не оцінили, в неї ще є козирі в рукаві. Я пишу стихи, хотіла б вам прочитати один із. Подкрався незаметно. Ілона вирішила прочитати стих. Я не виню тебе, ти слишком молод. Тебе нужна агресія і боль, а мені любви сильніший молот. Так и живем друг другу вопреки. Могущество роняешь гордо, трясешь яичками северный олень. Ты прекрасен и стан, и ворот. Но я любимый скользкий змей. На первой строке как бы все нормально, шло гладенько, но потом тут олень, блин, с яйцами, непонятно вообще откуда он появился. Ходи, любуйся, пробуй норов, пиши, конечно, ты сильней. Но час твой любви тихонько пробит. Уверена, ты стал моей. Вот такой вот у меня стих. Стихи у Илоны однозначно странные, в принципе, как и сама Илона. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет. Ну, это очень мило, да. С цветочками домой. Да, здравствуйте. Да, меня Саша зовут. Ну, давай, иди, готовь. Давай, занимайся. Как-то так жестко. Поздороваться. Ну, пообщайтесь, поздоровайтесь позже. Исходя из этой встречи мужа, мне кажется, что Илона держит его. Как она писала в своем стихотворении, там, взяла оленя за яички или что-то такое было. Ну, вот это вот оно. Саме час ближче познайомитися з чоловіком, бо він уже накрив на стіл. Це дівчатки, наші гості. Маргарита, Корячка. Таня і Люда. Люда, дуже приємно. Мене звати Олександр, можна просто Саша. Взаємно. Будете пити? Що це? Це компот домашній, да. Ми варили. Він без сахара, вкусненький, кисненький. После того, как мы с Таней сделали ей конкретное замечание, выговор по поводу этих чашек, посуда была очень чистая. Я проверила эти вилочки внутри, там между зубчиками. Все чисто. Вкусно. Да, интересно. Какой ты повар? На самом деле, повар я делал второй раз в жизни.
На самом деле реально вкусно. Спасибо большое. Но это ты с кашей, я так поняла, булгур, да, готовил? Нет, это просто нешлифованный рис такой, самый полезный. Курица домашняя, все натурально. Мне твой плов очень сильно понравился. Я бы, конечно, встала бы с тобой, наверное, в поединке по готовке. Баттл, да? Да. Хорошо, я принимаю вызов. Ну, прикольно, что у нее муж и готовит. Мне тоже иногда готовит. Мне это было так миленько. Саша, вопрос. Мы открыли дневник. Что за зависимость? Скажи, пожалуйста, и как ты с ней боролся? Зависимость химическая от психотропных веществ. Ты жизнь с наркоманом, это... Трамадол. Если возьмешь ты вот такой вот список, там 100 строк, то можно две вычеркнуть, что где-то я в Мексику не ездил, не пробовал. Долго ты употреблял или употребляешь до сих пор? Я чистый уже 2 года. Ты не боишься, что опять сорвешься? Бывших не бывает. Конечно, боюсь. Такое было. Я было все. Лучше. Мы где-то вот так вот больше полугода жили, но в итоге я начал срываться. Говорю, ладно, сейчас не поеду лечиться, но меня не будет. Она очень плакала сильно, говорит, я тебя буду ждать, всячески помогать. И уже находясь на центре, через 2 недели я узнал, что у меня будет ребенок. То есть забеременела она, когда ты был под наркотой, правильно? Нет, перерыв там 3 месяца. Зачем? Зачем? Я реально против, чтобы подобные люди рожали детей. Она говорит мне то же самое, что говорили на то время мои тогда псевдо-друзья. Но тем не менее, квартиру купили. Ребенок здоров, Саша зарабатывает еще и больше, чем я. Саша же употреблял наркотики, и ты об этом знала. Ну, то есть ты думала там о будущем, как это все разрешится? Да, конечно, я все понимала. Причем, что у меня тоже были проблемы, с алкоголем. Я свою жизнь просто спускала на нет. У меня были родители есть, которые мне во всем помогали. И я знала, что бы ни случиться, я прибегу к ним, и все они мне решат, и все будет у меня отлично. Ну, как это привело к тому, что я просто вот так вот и ничего не умею, и только вот бухать на тусовках. Вот эта вся картинка у меня сложилась. Он наркоман, она с ним, у них ребенок, и они живут в... Я пришла к своей матери и сказала, мама, у меня муж наркоман, я от него беременна, типа. Да и я не умею посуду нормально мыть толком. А скажи, как вы расписывались на тот момент, я так поняла, Илона уже была не первый месяц беременности. Когда мы расписывались, играли нашу мини-свадьбу, Саша. Я так и поняла, что вы были в центре реабилитации. Нет, я не была. Я... Ну, Саша был в центре реабилитации. Его отпустили. В тот момент особо вообще денег не было. Илона купила серебряные кольца, и мы расписались. Потом нам его сестра подарила 2 дня. В гостинице дорогой с дельфинами, я беременная плавала, нам взяли там очень романтическую обстановку, где мы покайфовали и привезли торт на центр, который спекла его тетя. Я настолько мечтала родить от самого любимого человека в своей жизни, я настолько его любила, вы не представляете себе. Я настолько благодарна в своей жизни, что у меня сейчас есть вот этот комочек счастья. Так а почему ты тогда так ведешь себя с ребенком? Скажи, пожалуйста. Если на нее нападут, у нее будут силы ответить. Да почему должны сразу кто-то нападать? Я беру из своей жизни пример. Тебя бил кто-то? Да. В прошлых отношениях я пережила семейное насилие в всех его красках. Я инвалид. Мне разломали череп с 2 сторон. Поэтому, когда я после того, как родила, пошла в спорт и ощутила штангу, я чувствую себя очень сильной, я чувствую себя уверенной, я от этого кайфую. Я знаю, что я смогу себя защитить. У меня многое начало становиться на свои места. Я теперь поняла, почему Илона кричит, что она должна быть сильной. Ілона пережила багато життєвих проблем, які і сформували її жорсткість, моментами історичність та войовничість. Здається, дівчина перебуває у агресивній позиції до світу, чекаючи на раптовий удар із будь-якого боку. І всі свої тривоги вона переносить на дитину і, немов, готує її до війни з самого дитинства. Коли батьки змальовують своїй дитині світ лише у негативних фарбах, вони ростять тривожну особистість, у якої будуть проблеми із розслабленням і отриманням задоволення від життя. Я вірю в те, що ми маємо право на життя.
Мы имеем право быть счастливыми. Знаете, мне сейчас так приятно, что я сижу с вами за столом, что я участвую на проекте «Супермамочка». И мне прям очень сильно хочется показать средний палец тем, кто нас, например, не верил. Меня эта история очень сильно тронула. Если ты человека сильно любишь, ты и пойдешь на такие поступки и родишь ему ребенка, чтобы только он набросил наркотики. История Илоны очень страшна. Не дай бог какому-то человеку в такое попасть. Но осуждать ни в коем случае нельзя. Они сейчас начинают жить только. Их нужно поддержать. Я знаю, у нас есть будущее. І саме про те, як подарувати краще майбутнє дитині, з Ілоною поговорить Дмитро Карпачов. Здравствуйте. Що найголовніше для жінки? Бути якою? А я не знаю, це кожен індивідуально. А от для вас що найважливіше? Ви яка? Сильна. Сексуальна. Те, що ви сильна, це результат вашої психічної травми. І я дуже хочу, щоб ви такий світогляд не переносили на свою доньку, в якої цієї травми немає. Щоб вона розуміла, що в житті бути сильним не обов'язково. Ну, я хочу, щоб вона училась сама. Ошибалась, падала, вставала. Я просто на це смотрела. Бо що це її життя, не моя. Так. І це дуже важливо. Коли розвиток вашої дитини буде достатнім для того, аби вона це могла зрозуміти. Зараз вона знаходиться в тому віці, коли для неї дуже важлива психоемоційна підтримка мами. В усьому. Навіть в тому, що вона може сама. Скажіть мені, як діти можуть дати знати батькам, що в них є проблеми, якщо цим дітям до 2 років? Капризи. Так. Але це було б правильно називати не капризами, а способом комунікації з батьками. Ну, да. В тому віці, в якому знаходиться зараз ваша донька, це не капризи і не маніпуляція. Це єдиний можливий спосіб поінформувати вас, що їй потрібна ваша допомога. А. В чому це вже ви, як мама, маєте там розібратися? Попробувати себе. Так. Бо якщо цього не робити, ви можете потрапити в ситуацію, коли в підлітковому віці ваша дівчинка буде намагатися самостійно вирішувати проблеми, а не прийде до вас за допомогою. А ви ж розумієте, що є такі проблеми, які підліток не зможе вирішити ефективно сам. Да, я розумію. После разговора с Карпачевым я поняла, что мне нужно немножечко притормозить. Больше показать свою любовь. А я полностью с ним согласна. Вообще, а тогда я. А як оцінять материнські якості Ілони її конкурентки? За воспитание детей 4. Она с малой реально не занимается. И она уже с раннего детства воспитывается как замухрышка какая-то. За самореализацию Илоне я ставлю 10 баллов. Очень странные для меня у нее увлечения, но они действительно есть, она ищет себя. Она не засиделась в одной теме. 3 ей поставлю за хозяйственность. Хотя бы за то, что, может быть, она старается. У наступному выпуску до себе запросить Роску та зірка Інстаграму Таня. Сколько зарабатываешь? 80-70 тысяч. Гривен? В год, долларов. Але чи гарантують краса і гроші сімейне щастя? У тебя муж зарабатывает деньги? Какая вам разница? Я ж к вам в карман не лезу. Мне корячка удачно выскочила замуж, а ее муж удачно подженился. Мне такой муж не нужен. Я реально увидела свою проблему.